Всім доброго дня! Ви знаєте, я не могла не зробити це відео. І це відео я, ну, як кажуть, знайшла його, воно само в мене вилізло. Вранці я дивилася інформацію, я в шоці. Я знала, що є так, була, був такий опозиціонер в Росії, Новодворська. Але я раніше так думала, що. Ну, не знаю, ця людина якось так розповідає, таке відкиля, вона це все знає, откуда вона це все знає. Ну, сьогодні от вилізло це відео, і я просто-напросто, знаєте, що для себе відкрила? Що це відповідь вот тим людям, які все время закидують. 8 років в Донецьк бомбили, 8 років ви мовчали. Це нам, українцям. Жінка сказала все доходчиво. Ее уже нету, ее уже нету, но приписывают там Ванге, кому-то еще, вот пророчество. Этот человек не был пророком. Этот человек неоднократно был судим за то, что высказывала свою, как говорится, точку зрения, за то, что хотела, чтобы как-то была какая-то демократия. Ребят, оказывается, не нужно, как говорится, с пустого в порожнее переливать. Вот человек, который действительно им. И я сегодня полностью смотрю, вот о чем она рассказывала, что она собой представляет, ребят. Ну это же просто как ясный день, не высасывая с пальца ничего. Вот все как и есть. И знаете, все время россияне видят недостатки в украинцах, в украинской армии. Все, посмотрите, если вы хотите, найдите, сколько есть такой канал Freedom. Там рассказывают российские мобилизованные, показывают, как они живут, что они. Не надо искать в нас недостаток. Посмотрите на себя. И люди, которые не боятся об этом говорить, это действительно герои, потому что я кухарка, ладно, я кухарка, но я человек, который хоть чуть-чуть что-то в голове здесь соображает. И никогда уже Россия не будет прежней, никогда. Но Украина, Украина, мы должны выбрать свою. И мне очень приятно, что именно Новодворская, вот она расставила все приоритеты. За что же мы, украинцы, боремся? Что нам дорого? Так что, если хотите, если у вас есть свободная минута, вот посмотрите, пожалуйста, вот этот маленький сюжетик. Ну, я не знаю, я его списала с телефона, потому что я не знаю, как там. У меня нету такого опыта, как у некоторых, что они там и посекундно разрезают, и все это, знаете, это нужно этому учиться. Но я думаю, что если вы захотите, вы найдете информацию. И почитайте, о чем говорила эта женщина. Бедная, без миллионов, без миллиардов, бедная, но зато с чистым сердцем, со своими мыслями и со своим стремлением, как говорится, и уговорами, что России надо было уже давно открыть глаза на то, что происходит. А теперь, сколько беды, сколько горя принесла Россия. И Украина сейчас в очень тяжелом положении, в очень тяжелом, как говорится, состоянии, но мы победим. Потому что кто такие украинцы? Вы сейчас услышите. Посмотрите этот фрагмент, пожалуйста. Я желаю вам здоровья, мирного неба. Еще раз хочу сказать, кто хочет найти информацию, тот обязательно ее найдет. Смотрите. Дорогие донбасские ополченцы, они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская, я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы. И, видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва. Мои дорогие и хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого.
вам уже должно быть понятно, что Путину не нужен Донбасс. Нужны не вы, нужна черная дыра. Понимаете, беда вся в том, что вам умирать не за что. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс – часть чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним, потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если бы вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК оружие и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. А вы только пушечное мясо, вы только средство обеспечить войну. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист. Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна. Империя зла, потому что империи добра не бывает. И ради чудовищных амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть в ответе нет. Я что-то вас не понимаю. С Россией на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало. И слишком много тех, кто хочет воссоздать империю. И вы для них только подстилка. Вот ваши противники, такие же молодые люди, или постарше, из украинской армии, из национальной гвардии, которых вы почему-то считаете фашистами. Они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины. Не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как уроженец этой России говорю. Я знаю, что у нас здесь происходит. Чтобы она немножко чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу, жила так же мирно, спокойно и счастливо, как европейцы. Как вы понимаете, фашизм там не планируется.